выдающийся просветитель, ученый и мыслитель, суфийский шейх Шагабуддин аль-Марджани, известен далеко за пределами нашей страны. Вклад этого алима в духовную жизнь мусульманской уммы бесценен. В знак признательности заслуг Марджани его именем проводятся различные научные форумы и конференции. Одна из них организуется в стенах Болгарской исламской академии. Здесь 28 октября в рамках второго международного форума «Богословское наследие мусульман России» начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Четвертые чтения имени Шагабуддина Марджани. Роль фетватворческих институтов в урегулировании глобальных проблем. Прошлое и настоящее». В масштабном научном форуме приняли участие ученые-богословы, исламоведы, теологи и историки, а также представители научных и образовательных организаций из регионов Российской Федерации, государств Европы, Азии и Африки. Сегодня мы уже в четвертый раз провели богословские чтения имени Шагабуддина Марджани. Эта богословская конференция собирает муфтиев, представителей советов улемов, богословов, ученых из регионов всей нашей страны. Сегодня особо отмечалась важность создания единого органа в виде Совета улемов России при Болгарской исламской академии, который позволял бы всем мусульманам нашей страны получать единые богословские решения, фетвы по самым насущным вопросам. Отдельно многими участниками и из Татарстана, из Республики Дагестан, из Сирийской Арабской Республики говорилось о той важной роли, которую сыграл Шагабуддин Марджани в деле идеи о единстве мусульман. Марджани является символом единства российских мусульман. Как мы знаем, богословы Дагестана всегда стремились к единству. Вот то, что здесь проводят подобные конференции или же чтения, является возможностью еще объединиться всем мусульманам, всем богословам российских мусульман. Изучение труда как имама Марджани, также других богословов, как Абдул-Хамид Ширвани, Мухаммад Тахир Аль-Араки. Этим мы сможем еще больше объединяться и делать единую умму в нашей стране. В течение двух дней участники научного форума обсудят как теоретические аспекты формирования и развития фетватворческих институтов в контексте богословия, так и практические аспекты их деятельности в России. Радует тот уровень, на который вышли мусульмане России сегодня. Мы преодолели те разногласия, которые мешали нам работать, которые мешали нам объединяться. И сегодня, альхамдулилля, именно в Болгарах происходит это таинство, когда все представители различных духовных управлений, преодолев разногласия, еще раз повторю, садятся за общий стол и хотят разработать какие-то общие методы, общие понимания вопросов. Мы надеемся, что данная научная площадка, она как раз-таки нас объединит, она явится причиной того, что те или иные разногласия, которые имеют место быть, и мы порой это ощущаем, что они все-таки останутся на задних планах, а все-таки знания, наука, учение, то великое наследие, которое у нас есть, оно все-таки явится причиной нашей сплоченности и нашего единства. В рамках конференции также состоится круглый стол на тему «Новые информационные угрозы и их влияние на молодежную интернет-аудиторию в свете противодействия проявлениям экстремизма и радикализма».